Когда он говорит, что путь узок, и немногие находят его. Широкий путь находят многие. Многие пойдут этим путем и придут к погибели. Он говорит о следующем. Среди тех, кто будет утверждать, что они исповедуют его имя, лишь некоторые найдут его. Курс «Вот ваш Бог». Божий труд спасения. Сегодня мы находимся в Ньюберипорт в штате Массачусетс, в пресвитерианской церкви Олд Саут, чтобы вспомнить о служении Джорджа Уитфилда по эту сторону Атлантики. По двум причинам эта церковь подходит для того, чтобы упомянуть ее в рассказе о британском проповеднике. Во-первых, он принял самое деятельное участие в основании этой общины в 1746 году. А во-вторых, по его просьбе, его останки захоронены в усыпальнице под этим зданием. Уитфилд родился 16 декабря 1714 года в городе Глостер, Англия. Его отец умер, когда ему было всего 2 года. Он рос беззаботным подростком, но иногда в нем пробуждался интерес к религии. В возрасте 17 лет он поступил в Оксфордский университет, чтобы получить образование для христианского служения. Но в то время он еще не был настоящим христианином. Религиозная жизнь университета была в упадке. Студентов, исповедующих христианство, высмеивали. Небольшую группу молодых людей под руководством Джона и Чарльза Уэсли презрительно называли «святой клуб». Несмотря на их жертвенную помощь бедным, больным, заключенным, ни один из них не был рожден свыше. Уитфилда в группу привлекла доброта Чарльза Уэсли, который и дал ему книгу «Жизнь Бога в душе человека». Книга стала открытием. Она разрушала надежду на оправдание делами и подробно описывала рождение свыше. Уитфилд читал книгу как раз тогда, когда испытывал чувство вины за свои грехи. Он описывает свое обращение от формальной религии к личному познанию Иисуса Христа в своих дневниках. «Бог показал мне, что я или получу рождение свыше, или погибну. Я осознал, что человек может посещать церковь, молиться, участвовать в таинствах и при этом не быть христианином. Мое сердце трепетало и уходило в пятки, как у бедняка, который боится заглянуть в свои банковские книги и обнаружить свое банкротство. Господь, если я не христианин, если я лишь по названию таков, во имя Иисуса Христа покажи мне, что есть христианство, чтобы я не был осужден. Луч божественного света тогда же осиял мою душу. С того момента, но не ранее, я понял, что должен стать новым творением». Его душа обрела мир, но физически он был истощен. Он взял академический отпуск по причине болезни и посвятил последующие месяцы изучению Писаний. Преклонив колени, он часами изучал Библию, используя также комментарии и текст Нового Завета на греческом языке. В 1736 году он был рукоположен в священники англиканской церкви. Проповеди его были удивительно сильными. Он проповедовал везде, где находились желающие слушать. В церквях, на кладбищах, на рынках, в полях. Уитфилд проповедовал шахтерам, собиравшимся задолго до рассвета послушать его. Он описывает поразительный вид тысяч мужчин с белыми от слез дорожками на черных от угольной пыли лицах, когда он рассказывал им о Божьей славе в деле спасения грешников. Уитфилд совершил 7 поездок в Америку на корабле. Морское путешествие занимало от 8 до 10 недель, что давало молодому проповеднику редкую возможность читать лучшие из книг пуританских авторов. Те книги и также общение с опытными благочестивыми служителями в Америке дали Уитфилду более ясное понимание полноты Божьей славы, открывающейся в Евангелии. Его проповеди, сосредоточенные на Христе, собирали огромные толпы людей – иногда численностью до 20 тысяч человек. Он также проповедовал в Уэльсе, Ирландии и Шотландии, объединяя многие ветви международного евангелического движения XVIII века.
Это движение принято называть первым великим пробуждением. Его письма и дневники зажгли огонь в тех, кто молился о подобном Божьем действии в их части мира. Но были и противники. Уитфилд подвергся беспрецедентному противодействию со стороны руководства его церкви. Их оскорбила критика тех, кого он называл невозрожденными служителями, и его учение о необходимости рождения свыше даже для примерных членов церкви. Несломленный, он был неутомимым делателем в Христовом царстве, часто проповедуя более 20 раз в неделю. Каждый день он по нескольку часов путешествовал верхом, беседовал с теми, кто переживал о состоянии своей души, а затем до рассвета отвечал на письма. Такой темп служения подорвал его здоровье. Последние годы своего служения он серьезно недомогал после каждой своей проповеди. Врачи предупреждали его, что организм не выдержит, если Джордж не сбавит темп. Но Уитфилд не желал беречь себя, когда тысячи душ желали слушать. В субботу, 29 сентября 1770 года, Джордж Уитфилд проповедовал в местечке недалеко от Бостона. Он испытывал сильное недомогание. Примерно в полдень он отправился в город Экзетер в штате Нью-Гэмпшир. Он не планировал проповедовать там, но не смог удержаться, когда увидел множество собравшихся и приготовленную для него сцену. Он проповедовал в течение 2 часов на текст «Испытывайте себя, вере ли вы». Многие, слышавшие эту проповедь, утверждают, что она была его лучшей. Он продолжил поездку и к вечеру прибыл в дом преподобного Джона Парсона, жившего рядом с церковью. Он планировал поужинать и затем рано отойти ко сну. Улица, однако, заполнилась множеством людей, которые умоляли его сказать им проповедь. Стоя на крыльце дома с зажженной свечой в руке, он с жаром проповедовал Евангелие. Он говорил, пока не догорела свеча. Затем лег в постель и к утру умер. Что побуждало этого человека продолжать благовествовать с таким жаром? Почему его не остановили преследования со стороны руководителей церкви? Ответ кроется в убежденности Уитфилда, что Божья слава проявляется главным образом в спасении грешников. Мы удивимся такому взгляду, потому что наши идеи о спасении часто настолько далеки от истины, что нередко исповедание веры основано на неверном представлении о Боге. Для нас очень важно понять, как Уитфилд понимал роль Бога в нашем спасении. Джордж Уитфилд знал, что самое большое препятствие в деле спасения не наша порочность, а наши добродетели. Он описывает самоправедность как последнего идола в сердце, самое неистребимое зло, которое только есть под солнцем. Он предупреждал слушателей, прежде чем вы объявите мир своему сердцу, вы должны прийти к осознанию, что Бог вправе справедливо осудить вас за вашу лучшую в жизни молитву. Вы должны осознать, что выполнение добрых дел, вся ваша праведность настолько далеки от принятия Богом, что вы начнете видеть их как отвратительные грязные тряпки. В своей последней проповеди он восклицал: «Дела, дела! Человек прокладывает себе в путь в небеса делами? Я скорее соглашусь, что можно взобраться на Луну по веревке, свитой из песка». Уитфилд учил, что спасение включает в себя прощение наших грехов, но это было только начало. Если бы на этом труд Христа заканчивался, мы были бы похожи на заключенного, которого освободили из тюрьмы, и теперь он осознал, что болен неизлечимой болезнью, от которой умрет через несколько дней. Уитфилд объяснил, что Христос сделал больше, чем успокоил Божий гнев на кресте. Он также преобразил наше сердце рождением свыше. Наш разум, прежде погруженный во тьму, теперь осиял свет. Наша воля, которая прежде противилась Богу, теперь едина с Его волей. Наши чувства устремлены к небесам. Наша память наполнена божественными истинами. А наше тело, бывшее орудием греха, сейчас стало орудием праведности и истинной святости. Одним словом, мы — новое творение. Мы освободились от власти греха и стали причастниками божественного естества. Каждая добродетель Христа повторяется в нашей душе. Мы уподобились Ему. Он отобразился в нас. Уитфилд подчеркивал, что духовное рождение свыше всегда проявляет себя через жизнь святости. «О, учитесь быть святыми настолько, насколько Он Сам, призвавший вас и омывший вас своей кровью, свят. Не допускайте, чтобы святость Божья была в поношении,
из-за вас. Джордж Уитфилд проповедовал только такой способ спасения. Спасение – дело Бога, который превращает людей в зеркало своей благодати. И именно такое библейское понимание спасения мы будем изучать на этой неделе. Я надеюсь, что вы восприняли наше общение в течение этих недель как прогулку по коридору с окнами. Каждое окно — это инструмент или возможность, данная нам Богом, чтобы видеть Его. Мы учились видеть Бога в Библии, говорили о том, что Библия — книга о Боге. Мы постарались увидеть Бога в личности Его Сына, а сейчас попробуем увидеть Бога в деле Его Сына, то есть в Евангелии. В великом спасении, о котором Бог говорит, и которое Он совершает. Вспомним, как ключевые учения связаны между собой. То, каким человек видит Бога, влияет на то, каким он видит себя. То, каким человек видит себя, влияет на то, что он думает о грехе. А то, что он думает о грехе, влияет на то, как он понимает спасение. И что мы видим сегодня? Наш Бог настолько мал, что даже верующим не интересно Его Евангелие. Мы не любим говорить об этом, но своей жизнью показываем, Евангелие — это, конечно, неплохо, наверное, даже важно, но я так устал от него. Евангелие старо. Я хочу слышать что-то новенькое. Приведу вам два примера, иллюстрирующих эту ситуацию. Когда мы с семьей переехали в Уэльс, чтобы я мог работать над моей докторской диссертацией, мы стали ходить в одну очень хорошую церковь. В этой церкви проходили также вечерние воскресные служения. Члены церкви пригласили нас на такое вечернее служение. Совершая служение пастора уже на протяжении многих лет и также воспитываясь в благочестивой семье, я ходил в церковь всегда, когда представлялась такая возможность. Поэтому мы знали, что на вечернее служение придем. Но нам сказали, что на воскресном вечернем служении проповедуется Евангелие. Тогда я подумал, надо же, евангелизация на каждом вечернем богослужении. Я собирался на вечернее собрание, но теперь был не так уверен, что пойду. Ведь я уже христианин. Я уже имею мир с Богом, я знаю Бога и понимаю Евангелие, поэтому я пойду на служение, чтобы понаблюдать за тем, как Евангелие проповедуют в Уэльсе, а не потому, что моя душа нуждается в нем. Как я ошибался? Я ошибался в отношении нескольких моментов. Я ошибался в своем понимании Евангелия. Я считал, что под проповедью Евангелия эта община понимала серию проповедей, когда каждую неделю проповедник объясняет, как принять Христа в свое сердце, получить прощение и попасть на небеса, а не в ад. Я предполагал, что в этой церкви проповедник будет произносить проповеди более глубокие, о сущности веры, об истинном отклике на Евангелие. Чего я не понимал, так это того, что под Евангелием они понимали Евангелие, как его излагает Библия. Великая горная гряда истин о всем, что Бог делает для грешника и совершает в душе грешника, чтобы грешник познавал его. Я был неправ и на более глубоком уровне. Я был неправ в своем понимании Бога. И вот я, студент, бывший пастор, работающий над докторской по доктринам пробуждения в 18 веке в Великобритании, знал Бога ничтожно мало. И насколько мало я ценил Евангелие. Приведу еще один пример. Представьте себе следующую ситуацию. Вы являетесь членом церкви, которую также посещает девочка 12 лет, которая в церкви с ранних лет. Вы знаете ее всю ее жизнь. Эта девочка подходит к вам и говорит, «Здравствуйте, я хочу с вами поделиться новостью. Вчера вечером я открыла мое сердце Иисусу, я спасена». Какой будет ваша реакция? Скорее всего, вы скажете, «Это хорошая новость, я очень рад, буду молиться за тебя». А теперь представьте другую девочку такого же возраста из вашей церкви, которая уже много лет самоотверженно занимается гимнастикой. Она отдала всю себя гимнастике. Такая девочка подходит к вам и говорит, «Здравствуйте».
Я хочу, чтобы вы знали, что у меня получилось. Меня взяли в команду Олимпийского резерва. Что вы ответите? Ничего себе, молодец, просто невероятно, умница. Наше невысокое мнение о Боге наиболее явно проявляется в том, что мы не испытываем сильной благодарности Богу за Евангелие и наше обращение. Переосмысление Бога всегда требует переосмысления Евангелия. Евангелие не просто то, что несет спасение моей душе. Оно есть великое отражение Божьей славы. Это отражение Его характера. Верное понимание Евангелия становится увеличительным стеклом, которое мы направляем на Бога, чтобы лучше понимать Его. Сегодня мы рассмотрим несколько истин, необходимых в процессе переосмысления Евангелия в познании Бога. Я изложу 4 таких истины. Первая истина. Во всем, что делает Бог, проявляется то, кто Он есть. О человеке можно судить по его делам. Но даже когда вы наблюдаете за человеком, видите его дела, это не дает полной ясности, потому что мы, люди, полны противоречий. Наши добрые и дружелюбные знакомые могут оказаться жестокими людьми, если застать их врасплох. А плохие и неприятные нам люди в лучшие моменты могут совершать прекрасные поступки. Когда же мы наблюдаем за Божьими делами, подобной проблемы не возникает. Бог всегда верен себе. Его дела всегда совершенно соответствуют Его личности. Представьте, что вы наблюдаете за Богом в момент сотворения Вселенной. В этой картине только Бог, а вы наблюдаете, как Он вызывает к существованию всю материю. Не только планету Земля, не только Солнечную систему, не только Млечный Путь, но всю материю в один момент времени. Вы увидите невероятную славу в этом великом деянии Бога. А теперь представим Бога во время суда. Христос на троне, Он повелевает собраться малым и великим, мертвые восстают из могил, и живые присоединяются к ним, великое множество предстает перед ними, открываются все их дела, мысли и слова. Судья разделяет верующих и неверующих, овец и козлов. Представьте его властный голос, когда те, кто отверг его, будут приговорены к вечному аду, а принявшие его будут отправлены в вечный рай. Мы увидим великую славу судящего Христа. Все, что Бог делает, открывает, кто Он есть. Вторая истина – то, что Бог делает для грешника и в душе грешника, чтобы примирить его с собой – это ярчайшее проявление личности Бога. Это не творение, это новое творение, это открытое окно в сердце Бога. Евангелие есть благая весть о том, что все необходимое для примирения с Богом, для избавления от тирании греха, для познания Его, для возможности любить Его, слушаться Его, чтить Его. Все это было задумано от вечности, совершено на кресте и во время Пятидесятницы и продолжает совершаться Богом сейчас и в будущем. Величайшее проявление Божьей славы – новое творение. Есть и плохие новости. Невысокое мнение человека о Боге разрушает Евангелие для этого человека. Где место для креста, если ваше мнение о Боге такое ничтожное? Возможно, вы считаете, что Бог, если и повыше вас, то лишь на пару сантиметров. Всего пару сантиметров. Насколько больший крест потребуется, чтобы перекинуть его над пропастью, разделяющей вас и такого Бога? Вы понимаете, что я хочу сказать? Если мы верим в незначительного Бога, тогда и Евангелие в наших глазах будет незначительным, будет вызывать скуку. Добрая весть в том, что верно как раз противоположное. Когда мы настойчиво стремимся познать Бога Библии, Его истинное величие, мы начинаем понимать величие благой вести. При этом процесс очень похож. Углубляется наше понимание Бога, и Он начинает превосходить все, что мы думали о Нем до этого. Чем больше растет величие Бога, тем точнее мы оцениваем самих себя.
Мы начинаем уменьшаться, и пропасть между нами и Богом начинает казаться бесконечной. Теперь эта пропасть не мелочь. Мы переживаем кризис. Что способно соединить края такой пропасти? Как может славный, далекий, не похожий на меня Бог знать меня? И как я могу знать Его? Теперь мы понимаем, что нужно стараться все лучше понимать Евангелие, потому что нам все больше открывается величие Бога. Они должны идти нога в ногу. Один из симптомов того, что сегодня так не происходит, это примитивность понимания Евангелия. Мы довольствуемся всего лишь одним словом «спасение». «Я спасен». Почему Бог пользуется множеством слов, а мы только одним? Сразу скажу, что слово «спасение» верное, хорошее слово. Это библейское слово, но это общий термин, согласны? Это слово обобщает целый ряд идей. Когда мы лучше видим Божье величие, то осознаем, что нам нужно больше слов, данных нам Богом, чтобы заполнить великую пропасть между моей душой и моим Спасителем. Искупление, умилостивление, избрание, вера, покаяние, союз с Христом, оправдание, освящение, усыновление, стойкость, прославление. Как бы вы ни истолковывали эти термины, вам придется согласиться, что это те слова, которыми Бог описывает спасение души. Различие между нами и Богом не в том, что Он любит богословие, а мы нет. Различие связано с масштабом. Бог знает масштаб своего величия. Мы же очень неверно воспринимаем Божье величие, потому что мы довольствуемся одним словом – спасением. Когда мы отказываемся оценивать благую весть своими насущными нуждами, то мы становимся на верный путь. Когда вы чувствуете свою греховность особенно сильно, тогда благая весть становится крайне необходимой, прекрасной и желанной. Когда же вы считаете, что сегодняшний день был особо благословенным, что тихое время исцелило вашу душу, ваше послушание было полным, тогда нужда в благой вести небольшая. Вы рады Евангелию, но вы уповаете на собственную праведность. Евангелие же нужно оценивать величием автора благой вести. Евангелие неизмеримо величественно, потому что Бог неизмеримо велик. Сегодня мы рассмотрим текст, описывающий два Божьих качества, которые проявляются в деле спасения души. Он покажет, как верное понимание Бога побуждает нас переосмыслить Евангелие, и как верное понимание Евангелия являет Бога в новом свете и делает Его особенно дорогим для нашей души. Текст, о котором мы говорим, содержится в первом послании к Коринфянам, 1 глава, 23-24 стих. Павел, великий апостол, пишет об отвержении Евангелия в его время. Он пишет: «А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев – соблазн, а для эллинов – безумие. Для самих же призванных, иудеев и эллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость». Павел описывает Христа как силу и мудрость Божью не только в абстрактном смысле, не только в смысле, что Он таков, потому что Он истинный Бог, но Христа в связи с Евангелием, с крестом. Христос – Спаситель и спасение души. Это великое проявление силы Божьей и мудрости Божьей. Это лишь два качества, и сегодня мы их пристально рассмотрим. Первое качество – мудрость. Бог – единственный, кто знает все. Он знает все сразу и полностью, включая прошлое, настоящее, будущее. Богу не нужно приобретать знания. Божье знание абсолютно полно. Ему не нужно наставление. Ему не нужно рассуждать, чтобы принять решение. Он непогрешим в своих суждениях, и мудрость Божья включает в себя беспредельное знание, которое принадлежит Ему по природе.
Он всегда использует все знание совершенным образом. Его действия основаны на его знании. В них точно реализуется его воля. В Псалме 146, стих 5, псалмопевец восклицает: «Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Такова мудрость Божья». А как насчет Его силы? Пастор 17 века Стивен Чарнок сказал: «Сила Божья есть Его способность совершить что Ему угодно». Бога невозможно ограничить в действии. Другого такого мы не знаем. Люди могут совершать великие дела, но Бог совершает все, что Ему угодно. Ему нет никаких преград. Он совершает все то, что Ему угодно. Псалмопевец говорит: «Сила у Бога». Псалом 61. Это часть его природы. «Ибо кто на небесах сравнится с Господом? Кто между сынами Божьими уподобится Господу? Страшен Бог в великонсонме святых, страшен Он для всех окружающих Его. Господи, Боже сил, кто силен, как Ты, Господи? И истина Твоя окрест Тебя». Богослов 20-го столетия Артур Пинк написал: «Неспособный совершать то, чего желает его воля, и добиваться того, что ему угодно, не может быть Богом». А каков ваш Бог, совершающий все, что ему угодно? Бог, всегда делающий все, что желает его воля? Или ваш Бог другой? Мудрость и сила Божья. Как эти качества проявляются в деле спасения? Истинное христианство, истинное избавление души сначала и до конца является удивительным проявлением мудрости Божьей и силы Божьей. В начале всего находится проявление этих качеств. Задумайтесь о личности Спасителя. Задумайтесь о Вифлееме. Чтобы спасти грешников, Искупитель должен быть Богом, так как ни мужчина, ни женщина, ни ангел не способны понести бремя, которое он должен будет понести. Чтобы искупить потомков Адама, имеющих его падшую природу, он также должен быть из сынов Адама, но без греха. Он должен иметь человеческую природу. Когда ангел объявил Марии, что через нее произойдет Христос, он сказал: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя». Так проявляется безграничная Божья сила и мудрость, которая соединяет божественность Сына Божьего и человеческую природу в утробе молодой женщины. Рассмотрим пример. Представьте, что энергия Солнца помещена в песчинку таким образом, что песчинка не разрушается. Наши ученые не имеют ни мудрости, ни способности совершить такое действие. Когда же мы говорим о том, что вся полнота Бога, безграничного, неизмеримого, непознаваемого, несравненного Бога, соединилась с человеческой душой и телом, для этого нужна безграничная мудрость и сила. Не просто великая сила и великая мудрость. Христианство является проявлением силы и мудрости Бога от начала, в личности Иисуса Христа. Задумайтесь о Его делах. Первый Адам должен был повиноваться Богу в идеальных условиях, имея совершенную жену и посещая совершенную церковь. Насколько отличается миссия Христа? Он, второй Адам, как называет его Павел, должен исполнить весь закон Божий до мельчайшей детали в предельно неблагоприятных условиях. Он находился в доме, наполненном грехом, окруженный грешными друзьями. Даже церковь его была настолько пропитана грехом, что ее старейшины в конце концов потребовали его распятия. А он безупречно выполняет свою миссию. Смерть Христа и его воскресение требуют проявления силы и мудрости Бога. Не нужно воспринимать смерть Сына Божьего всего лишь как физические страдания, гвозди, крест. Распинали и других людей. Иисус из Назарета погрузился в великое море Божьей ярости. Он испил чашу до дна и победоносно воскрес.
Чтобы воскресить мертвое тело, нужна великая сила. Но чтобы перенести гнев Божий и остаться в живых, нужна вся сила. Это великий пример Божьей силы и мудрости. Он послал Христа одержать победу сразу на двух фронтах. Во-первых, фронт битвы с нашими врагами. Христос описывает это в притче. Представьте себе сильного человека, у него есть крепость. В крепости находится драгоценное сокровище, и он охраняет его. Он вооружен, он стоит на страже, и пока не придет более сильный, который покорит и свяжет его, сокровище невозможно забрать. И вот более сильный приходит и побеждает сильного, связывает его и разоряет дом его. Это образ Христа и сатаны. Сатана владеет душами людей. Христос побеждает сатану на кресте, входит и исторгает его народ из власти смерти. Не так, как другие, которые приходили к нашей тюремной камере и лишь обещали освободить нас. Господин Нравственность появился в безупречном костюме, и мы думали, что если станем очень хорошим человеком, тогда избегнем смерти духовной, избегнем греха, избегнем стыда, избегнем вины. Но Нравственность оказалась бессильна. Приходил господин Религиозность, но и он не вывел на свободу. Они переводили нас из одной камеры в другую, худшую, более темную, более глубокую. Безнадежность только усиливалась. Если они не могут меня спасти, то кто может? Да, Христос может. Великое проявление силы. Он сражается не только на внешнем фронте с врагами души. Он сражается, во-вторых, на внутреннем фронте с нашей душой. Иисус из Назарета должен явить мудрость и силу в покорении себе каждого верующего. Каждый грешник должен быть покорен. Мы не любим свет. Мы прячемся, как Адам, от Бога. Нам стыдно. Мы любим ложь и охотно верим в нее. У нас нет жажды святости. Мы порабощены собственным эгоизмом. Христос предстает перед нами и побеждает нас. Возможно, вы считаете себя не таким уж негодным. Иногда проповедники создают ложный образ. Они говорят, представьте, что вы в лодке далеко от берега, лодку разбило штормом, вы ранены и страдаете, сломана рука, сломана нога, вы не можете доплыть до берега, но можете звать на помощь. Он слышит ваш крик. Он берет спасательный круг с привязанной к нему веревкой и бросает его вам. Вы из последних сил хватаетесь за спасательный круг, и он вытаскивает вас туда, где вы в безопасности. Так ли выглядит спасение в Библии? Совершенно не так. Библия представляет ситуацию иначе. Вы отплыли в лодке и потерпели крушение. Вы лежите без сознания, и ваша голова все больше погружается в воду. Есть лишь секунды для спасения. Вы не зовете на помощь. Вы даже не двигаетесь. Вы не чувствуете страданий. Вы не ожидаете, что вас будут спасать. Вы не осознаете опасности. Христос, видя катастрофу, бросается к вам, хватает и вытаскивает на спасительный берег. Таковы мудрость и сила Божья. От них зависит наше спасение, а не от наших добрых намерений. Даже не от нашего желания, чтобы нас спасли. Сила и мудрость Божьи видны в том, откуда Христос извлекает нас, и также в том, куда Он нас приводит. Он вводит нас в новую жизнь. Мы свободны. Свободны, чтобы жить для Него. Он приводит нас к новому Господину, не к греху и смерти, но к Сыну Божьему, Сыну Его возлюбленному. Он одевает нас в новые одежды, не в одежды нашей праведности, сшитые из безуспешных попыток быть хорошими, а в одежды праведности Христовой. Он дает нам новую семью и новое имя. Вы теперь не только из рода Адама, но и из рода Христа. Он дает новую природу, с сердцем живым и чувствительным по отношению к Богу. И придет день, когда Он завершит свое дело, то, что называется прославлением. Послушайте, что Павел пишет филиппийцам в 3 главе.
Он пишет из тюрьмы и описывает величие завершенного Богом спасения, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силой, которой Он действует и покоряет себе все. Поняли ли вы эту идею? Сила Божья, которая проявится в покорении всего Христу, та же сила, которая проявляется в завершении вашего спасения. Знайте, христиане, что проявление греха, страдания, разочарования, наши тела, все будет исправлено, и мы полностью уподобимся Христу. Куда ни взглянете, везде будет видна слава Бога в деле спасения. Будем честными, религиозным людям нелегко переосмысливать Евангелие, верно? Павлу было нелегко. Савл из Тарса некогда понимал очень неверно, каков истинный верующий. Он думал, что оправдаться перед Богом возможно, если ты родился в правильном народе, получил правильное образование, совершаешь правильные обряды и соблюдаешь все правила. Когда же Савл встретился с Христом, после этого мы уже знаем его как Павла. Он осознал, насколько все иначе. Он должен был отвергнуть все, что он понимал прежде, и воспринять заново и Бога, и Евангелие. Через 3 года после встречи со Христом он начинает с дерзновением проповедовать Евангелие. В течение 3 лет он глубоко размышлял о проявлениях славы Божьей. Павел отвергает притязания людей на то, что они христиане, когда их жизнь не отображает мудрости и силы Божьей. Когда он пишет молодому пастору Тимофею, он говорит: «Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». Павел, как ты можешь такое говорить? А все дело в том, что Павел встретил Бога и понял, что такое Евангелие. Когда кто-то заявляет, что знает Христа, но в его жизни незаметно действие Божьей силы, такой человек не христианин. Помните, о чем мы говорили в начале беседы? В том, что Бог делает, всегда проявляется то, кто Бог есть. Мы никогда не будем отображать Бога совершенным образом, но в нас должно присутствовать свидетельство Его действия, отпечатки Его пальцев на всей нашей жизни, небесные отпечатки, след кисти Мастера. Проявляется ли Божья мудрость и сила в новообращенных в вашей церкви? Павел позже говорит Коринфянам: «Царство Божье не в слове, а в силе». Давайте зададим себе несколько вопросов. Видна ли слава Божья в обращении людей в вашей церкви? Какого Бога вы увидели бы, если бы у вас было только это свидетельство о Боге? Не было бы Библии, не было бы возможности видеть Бога в творении. Каким окажется Бог на основании жизни верующих? Слабым, немощным, лишенным мудрости, невежественным, или мы увидим мудрость и силу Бога? Обращенные Божьей силой и обращенные нашей силой очень разнятся. Если в новообращенных в вашей церкви вы не видите славы Бога, то продолжите ли вы способствовать такому обращению и дальше? Скажете ли вы: «Печально, но что я могу с этим поделать»? Или вы будете исследовать Писание, познавая Бога и познавая благую весть? Будете ли вы и дальше думать о спасении как об удовлетворении насущных нужд? Или вы постараетесь понять спасение как проявление славных качеств Бога? Да завладеет величие Евангелия вашей душой так, как оно завладело Павлом. Помолимся. Отец наш Небесный, Ты запланировал искупление. Ты избрал Своего Сына и послал Его. Он исполнил закон, и Он претерпел мучительную казнь. Ты послал Духа, чтобы привлечь к Себе сердца тех, кто убил Его. Дал им мир сердца. И сегодня Ты принимаешь нас у престола Твоей благодати. Великий Бог, Твоя слава есть начало, середина и конец Евангелия. Просим, открой нам глаза, чтобы видеть Тебя, стремиться познавать Тебя через дело спасения. Молимся, чтобы Ты помог нам явить эту истину тем, кто наблюдает за нами. Молимся об этом во имя Иисуса Христа. Молим, Отче, прославь Христа. Аминь.
Я согласен с утверждением Тозера, что церковь раскинулась на тысячи километров вширь, но в глубину она всего пару сантиметров. Некоторые превратно истолковывают эти слова, говоря, что он имеет в виду большое число христиан, которые живут плотской жизнью и чьи дела не соответствуют их словам. Я не думаю, что Тозер подразумевает именно это. Я думаю, он считает, что церковь присутствует по всей этой стране, но она очень малочисленна. Не каждый, кто говорит, что он христианин, таковым является. Поэтому она глубиной всего пару сантиметров. Нам нужно понимать Писание и также доктрину освящения и дело Святого Духа в сердце человека. Когда Христос спасает человека, Он возрождает его, и затем следует неутомимое Божье действие, и начавший доброе дело завершит его. Христианин не должен хватать несколько сантиметров глубины. Это просто невозможно. Да, Тозер сделал интересное наблюдение. Церковь очень широка, но в глубину она имеет всего пару сантиметров. То, что он говорил о своем времени два десятилетия назад, подходит и к нашему времени. Мой вывод в том, что сегодня дело намного печальнее, чем во времена, когда Тозер произнес эти слова. Я убежден, что подавляющее большинство называющих себя христианами ими не являются, потому что они никогда не открыли себя Богу Библии. Мы даже не начали еще понимать дело Божье, если мы не поняли Божье качество. Приведу пример. Нет никакого смысла в заместительной жертве, если мы не понимаем, что Бог есть праведность и святость. Грех также перестает быть какой-то проблемой, если мы не понимаем, что Бог праведен и Бог свят. Вы знаете, вот насчет Евангелия. Мне говорят, в этой стране люди закрыты для Евангелия. Да, люди всегда закрыты для Евангелия. Проблема не в том, что страна закрыта для Евангелия, но что страна не знает, что есть Евангелие. Проблема в том, что страна не знакома с Евангелием, в том, что большинство служителей, выходящих за кафедру в этой стране, сами не знакомы с Евангелием. Нам нужно восстановить истину о том, что смерть Иисуса является заместительным умилостивлением, принятием на себя кары за наш грех. Истину о том, что Христос понес наши грехи, вися на кресте, что Бог Отец обрушил на Него полную ярость осуждения, которое заслужили мы, что перед Своей смертью Он воскликнул «Совершилось!». Это означает «оплачено полностью». Он удовлетворил Божью справедливость, и по этой причине Его гнев утих. И мы можем примириться с Богом. Нужно заново открыть смысл Евангелия и также понять, как правильно призывать принять Евангелие. Принятие состоит не в том, чтобы склонить голову, поднять руку, помолиться какими-то словами, выйти вперед. Евангельский призыв – покайтесь и веруйте в Евангелие. И он требует немедленного отклика. Он предупреждает о великой опасности. Мы должны призывать людей к покаянию. Мы должны призывать людей к вере. Так говорит Писание, так говорит Евангелие, так говорят все исторические вероисповедания, покаяние и вера. Спасение, хотя включает в себя решение воли человека, является сверхъестественным. Это результат сверхъестественной, пробуждающей, возрождающей работы Святого Духа. Нам нужно понять, что работа Духа, способы действия Духа открыты нам в Писании. Пасторы, проповедники сегодня не знают, как обращаться с душой грешника. Как они проповедуют? Как они учат? Как они наставляют? Все это сведено к молитве грешника. Поэтому наше христианство всего пару сантиметров в глубину. Миллионы людей в вопросе спасения уповают не на Христа, а на искренность того, что они сделали 20 лет назад и что никак не повлияло на их жизнь. Каждый псевдохристианин Церкви Христовой лишает Евангелия ценности и ведет народ на ступеньку вниз в истинном благочестии и святости.
Я уверенно могу сказать, что было время, когда люди, называвшие себя христианами, ими и были. И они оказывали положительное влияние на всю нацию. А вот о сегодняшнем дне мы такого сказать не можем. Что мы должны признать, так это то, что отрицательное влияние называющих себя христианами, но не являющихся ими, намного сильнее, чем доброе воздействие истинных христиан. Умножая ряды неглубоких, поверхностных христиан, мы все глубже погружаем нацию в пучину аморальности и нечестия. Я верю, что Тозер полностью прав, и что множество церквей и пасторов не имеют никакой надежды, пока не падут на лица свои перед Богом и не покаются в поддельном христианстве, которое они исповедуют. В этом цель слов Христа в 7 главе Евангелия от Матфея. Многие люди неверно понимают его учение, когда он говорит, что путь узок, и немногие находят его. Широкий путь находят многие. Многие пойдут этим путем и придут в погибель. Под этим часто понимают, что есть огромное число живущих в мире, кто не исповедует Христа, и есть небольшое число людей, исповедующих его. И эта группа мала в сравнении с большинством в мире. Не об этом говорит Христос. Он даже не говорит о мире здесь. Он говорит о следующем. Среди тех, кто будет утверждать, что они исповедуют его имя, лишь некоторые найдут его. Поэтому, когда читаешь всю главу, встречаешь серьезные предупреждения. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Самое поразительное в этих словах, что он заявляет: «Отойдите от меня, утверждающие, что вы мои ученики, но живущие так, будто я никогда не призывал вас повиноваться моим словам». Not what my hands have done can save my guilty soul. Not what my toiling flesh has borne can make my spirit whole. Not what I fear or do can give me peace with God. Not all my prayers and sighs and tears can bear my awful load. Your voice alone, O Lord, can speak to me of grace. Your power. My sin erased, no
dispels each doubt I bury in his tomb. Each thought of unbelief and fear, each lingering shade of blue. I praise the God of grace. I trust His truth and light. He calls me here. I live.